сейчас, погоди. Двигатель ПД-35 будет обладать характеристиками, которые будут конкурентоспособны не только с двигателями, существующими аналогами британскими или американскими, но также и с перспективными проектами. Поэтому в рамках проекта ПД-35 мы закладываем такие технологии, как лопатка из композиционных полимерных материалов, высокоэффективный компрессор, малоэмиссионная камера сгорания, высокотемпературная турбина, мотогондолы из полимерных композиционных материалов. Кроме того, появляется и новое поколение авиационного оборудования, которое отражает концепцию более электрического самолета. В результате применение этих новинок позволит относительно уже существующих конкурентов сократить расход топлива.